Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло в Магнитогорском штабе Молодой гвардии Единой России. Для ветеранов было организовано чаепитие, во время которого участники боевых действий рассказывали историю своей войны. В преддверии Дня защитника Отечества молодогвардейцы собрали ветеранов в общественно-политическом центре, чтобы поблагодарить за их труд, доблесть и отвагу. Ведь именно они, участники боевых действий, пример для подражания современной молодежи. Анатолий Ковалев, председатель Орджоникидзевского совета ветеранов, сказал приветственное слово и поблагодарил гостей. Выразить все свои искренние слова признательности и благодарности всем защитникам Отечества, которые принимали участие и в боевых действиях, и те, которые, как говорится, здесь на местах, так сказать, достойно трудились, и во всех любых местах, куда посылало любимое государство, несли честь и достоинство русского или в ту пору советского человека. Свой музыкальный подарок для участников боевых действий приготовил хор дома «Дружбы народов, мы уральцы».